тебя не видел, не слышал, не разговаривал с твоими облаками и не опирался на твои заборы. Как грустный странник, я только нес все годы твое дыхание на моих картинах. Мы сейчас находимся на балкончике ратуши. Вот, посмотрите, какой прекрасный вид открывается с этого места. Сегодня на балкончике ратуши произойдет перформанс. Я буду играть на скрипке. Вот, и прозвучат прекрасные стихи Давида Семеновича и Роберта Рождественского. Тружусь и хвораю. В Венеции выставка. Так вы не из Витебска? Нет, не из Витебска. У каждого города, естественно, есть какая-то своя фишка. Мы тоже задумались над тем, какая фишка может быть в нашем городе, ну и сразу же остановились на скрипаче. Все люди, которые приезжают в Витебск, первое, что говорят, что это родина Марка Шагала. Больше, чем Марк Шагал, этот город, конечно, никто не воспевал. Настолько сильно, наверное, не проявлял свою любовь к городу, даже будучи уже далеко за его границами. Шагал уезжает отсюда, когда ему было 33 года, но до конца жизни он помнит этот город, восхищается им и даже когда-то говорил, что он готов променять его, Париж променять на этот город, чтобы только обратно сюда вернуться. Этот перформанс будет проходить каждую субботу в 17:30. Поэтому я жду всех с нетерпением, рада буду увидеть каждого. При любой погоде приходить сюда, к балкончику ратуши, где будет проходить представление и будет играть скрипка, конечно же, звучать строки о нашем городе. Я из Витебска, где шагал прямо замковое небо в цветах, зацепился за облака и остался там на века. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.